Привет, мои дорогие! Вроде как началось. Как ваши делишки? Хочу попробовать сегодня вот такое вот интересное меню. Это у нас голубая, это у нас гульбото, и здесь у нас микс идет, Астана 2 и Баткенская красная, киргизская. Хочу это все понемногу попробовать с Богородским. Давайте попробуем, да? Оно ж такое хрустящее. Богородское. Так и пчелорам мирабалар, насылсымыз и имсымыз. Бүгін бізді тебешеріміз Богородское. Хәм дә киліміз бұрда қарышық әпсі. Бұл мави Узбекистан. Гүлбото Кыргызстан. Бұрысы микс олыо. Кырмызы Кыргызстанның ке. Казахстанның Астана екі білен. Ну что, поехали. My dear, hi. Как-то так. Водичку забыла. Здесь вот такая вот масса. Супер аппетитная. Здесь тоже. Покажу густоту. Водичку забыла. А я пью лекарства, вы знаете. Поэтому глотаю только частично.
душа аккуратная. Она теплая. Горячей водой залила. Такая большая ложка для нашего большого стакана. Здесь у нас вот так. Глянцевый. Ой. Такой аппетитный. Но ложка...
Ну что, мои дорогие, было вкусно? Очень. Все вкусы разные. Голубая, конечно же, солинка отдает, также сливочность, но солинка не такая уж прям, не сказать соленая. Гульбуто абсолютно не соленая, также сливочная и жирная. Но наш микс глянцевый, он жирный. Вкус чисто земляной и даже есть травяной. Вот. Так и пчелырым. Бубирастузлу, белесумус. Bununki yağlı, ikisi, bunlar hepsi yağlı. Yağlı hem de biraz ot kokusu var. Bununki de var. Bununki de fazla var. Ama güzel. Конечно, все вкусные, но с голубой узбечкой. Другой вкус. Мне понравился. Вкусно. Ну что, мои дорогие, целую вас. Спасибо вам большое. У нас сегодня вот такой был обзор. Это я поставила, чтобы микрофон держался, потому что его некуда было прицепить. Не стала на себя. Думаю, шум от волос, может, какой-нибудь там будет. Вот. Уже было такое. Ну что, до следующего видео. Встретимся, увидимся. Я очень надеюсь. Так и пчелырым. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Seviyorum, öpüyorum. My dear, thank you. I love you. Ну все, попрощаемся. Пока-пока.